А еще 1 января с утра всегда так это... Почему голова так сильно болит, а? Хрейт! 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 Че надо? Сгоняю в магаз, налей водички, а? И это... Аспиринчика принеси, от башка раскалывается, не могу. Иди в жопу, серьезно говорю. Стукните ему кто-то там по башке, потому что мне лень с кресла вставать и самому его по башке стукнуть. Тетамчик, стукни его по башке, а? Да я тут сплю, что вы мне мешаете геометрию изучать-то? Костя! Брат! Сгоняй за водичкой в магаз и активированный уголечек принеси, брат, если не сложно, а? Брат, я не могу, у меня ноги отказали. А кто-то вообще 1 января ходить может здесь, в этой комнате? Банан, ты у нас это гонщик, сгоняй по быстролярику в магаз, а? Ты пойдешь в магаз или не пойдешь, я так и не понял. Ладно, все. Надо собраться, я понимаю, 1 января, это сложный день, зато у нас как бы получается 2021 год, это получается, что мы дотерпели, выжили, апокалипсис не случился, астероид на планету не упал, зомби-апокалипсис не начался, разбудите Отомчика, Отомчик, проснись! А это значит то, что можно начать игру, предлагаю сразу пойти, давайте на корабль тогда пойдем, а? Все живы, все здоровы, тогда начинаем. Первый раунд. Ну почему? Почему я первый убийца? Это получается, это какую-то активность проявлять надо в первом раунде. У меня даже сил бегать нет. А кстати, а я читал вот это интересное предложение от подписчика. Я могу притвориться то, что я не играю. И ко мне по очереди будут все подходить, и я просто буду их кокать на одном месте. Все, вот, я просто стою, и я не шевелюсь. Первый, кто сюда ко мне подойдет, я его кокну. И как бы получается то, что я не читерю, я просто всех нормально убиваю. Ну, остается просто ждать, когда кто-то придет. Ленивая, этот ленивый раунд Among Us у нас получается. Опа! А вот и бананчик пришел. Ну ты побегай вокруг стола. Давай, еще кружочек. И сейчас вот ко мне только подойдешь. Подходи сюда, бананчик, подходи, дорогой. Соскучился по тебе. Подходи. И все? И стоим дальше, как будто ничего не было. Главное, как можно чаще выключать свет, чтобы вот этого трупа не заметили. Я просто стою дальше. Давайте. Кто следующий сюда прибежит? Опа, мамочка. Мамочку я убить не смогу. Мамочка же у нас тоже как бы предатель. Вот, стой там, мамочка. Если кто-то еще прибежит, мы сразу двоих кокнем. А вот, кстати, бежит у нас Ксюха. Она думает то, что я... Думала то, что я стою, вот это АФКшу, и додумалась. Ну все, вот уже два трупа... И все, и стоим дальше. Я говорю, самая ленивая игра за предателя на всей планете. Ой. А кто это там у нас крадется, как мышь какая-то? Хрейдушка. Ты подходи. Ну ты же видишь, что труп возле тебя валяется. Ну ты ближе подойди, чтобы я тебя здесь, на этом месте прикокал. Подходи. Да чё, ну тут, вот чё ты там жопу чешешь? Ко мне подходи, Хрейт. Опа, вот и амочка. Так, не бей. Ну я сам его хотел запердохать, амочка. Ну чё ты делаешь? Ну ты весь план провалила, вот этот. Вот сейчас придется сваливать отсюда. Господи, сколько трупа, чел? 4 трупака в одной комнате.
А я могу сделать так, чтобы трупов было еще больше. Кислород отключаем, и сейчас 100% кто-то сюда прибежит. Ой, кто это у нас тут бежит? А вот сейчас уже точно можно отсюда валить, или... Проще зарепортить трупы, чтобы отмазаться. Ну? Кто труп зарепортил? Говорите, давайте! Брат, так это же ты был. А! Ну, я шел и 5 трупов нашел. В одном месте просто валялись вокруг стола. Я не знаю, что они здесь делали вокруг стола. Но 1 января сложный день, я вам говорю, честное слово. Брат, ты за меня, придурка, козла не держи. Я, короче, знаю, что это ты. Ты не обижайся. Так я не обижаюсь, только при чем здесь я, Костя, никого не убивал? Ты был АФК, а трупы были вокруг тебя. Почему тебя не убили тогда? Мочка, это идеальный план был! Ты все испортила! Ты зачем сюда пришла? Я уже думал, то, что мы выиграли, осталось убить последнего игрока, и мы выиграли. А сейчас самочке придется двоих убивать тогда получается. Черный Роллс-Ройс забирает джекпот. Со мной Бэби Мама, на нее потрачу всё. Сделаю ноу мув, я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Ля-ля-ля-ля-ля. Я не могу понять, ты или бан хочешь, или с ноги в лоб получить? Ты микрофон выключи, отомчик. Походу, вчерашнюю серию пересмотрел, да? Ну, я очень сильно сомневаюсь, то, что Амочка сможет затащить одна, учитывая то, что ей надо еще убить примерно 2 человек. Поэтому Амочку надо спасать. А у меня как раз-таки в голове небольшой план созрел. Я хоть уже как бы и труп, и призрак, но... А что, если я включу утечку кислорода и воспользуюсь приемом головы? Мне просто очень интересно, а они смогут нажать на эту кнопку, если я за призрака буду закрывать ее своей головой? Вот это мы сейчас и проверим. Ага. А чё, реально кнопка не нажимает? Так я же невидимый, как вы на кнопку нажать-то не могли? Это как? Система чпунька античита обнаружила читера на сервере. Шанс получения очка уменьшен на 5%? Да как? Да чпунька же даже сегодня с нами нет, чпунька на сервере нет сегодня. Чпунька нет с нами, но духовно он с нами, ауф. Выкиньте его за борт, пожалуйста. Как это получается? Система античпуньк работает даже тогда, когда чпунька с нами нет? Да если бы я знал, Ламочка, я тебе помочь вообще хотел. Мы благодаря вот этому затащили сейчас. Вот 4, значит, да? Вот чпунька на сервере нет, и думаешь, что тебе все можно, вот, да? Но ничего, он в следующей серии придет, и он узнает об этом, и твое очко тебе не вернет никогда. Вот, картошка, вот чпунь придет в следующей серии, хорошо, и я с ним сам разберусь, окей? У меня еще 10% получения шанс вот этого очка есть. Если ты в следующем раунде сейчас будешь читерить, я сама лично вот прям ему напишу, и твой шанс получения очка уменьшится еще на 30%. Ага, ну вот и все, давай сначала мы 2 раунд начнем, а там уже посмотрим, кто будет предателем, а кто не будет. Так, мне нужен отомчик. У нас с отомчиком есть план, о котором мы договаривались заранее. Давай, пошли в ту сторону. Только по пути, отомчик, самое главное задание выполняй, господи, и эту кровать, я ее заминирую, я не знаю, я под нее вот это ТНТ положу, и каждый человек, который на него будет наступать, взрываться к чертовой бабушке будет. Вы что делаете, ненормальные, а? А, давайте сейчас все сюда сбежимся, и все начнем на этих кроватях прыгать, а? А что, хороший план? Отомчик,
иди за мной, иди за мной сюда, иди, иди за мной, пускай эти ненормальные прыгают, и можно. А мы с тобой, Отомчик, пока что займемся тем, чем мы с тобой хотели заняться до начала этой серии. В предыдущем видосе Among Us мы с Отомчиком нашли секретную кнопку, и если на нее нажать, она в чате показывает предателей. То есть с помощью какой-то секретной кнопки можно сразу найти тех, кто всех убивает. Выполняй задание, Отомчик, пока у нас... О, господи, зачем я сюда зашел? Это самое длинное задание во всей игре. А может вот эта кнопка? Нет, это реактор, Короче, Отомчик, 100% на этой карте тоже где-то есть какая-то кнопка. Если она была на Северном полюсе, здесь она тоже 100% должна быть, поэтому ищи давай, ищи, тыкай везде, куда только можешь. Вроде какая-то кнопка, и вроде тычется, но ничего не происходит, рычаг какой-то. Слушай, Отомчик, мне кажется, мы здесь уже давным-давно все перетыкали, еще несколько игр назад. Вот здесь тоже еще какие-то кнопки есть, и они тоже тыкаются, но что-то нифига не работает. Так, пойдем с тобой в другую комнату, вот туда, главное, чтобы нас сейчас не запердохали по пути. Пошли сюда за мной. На самом деле эта карта маленькая, поэтому найти здесь кнопку нормальную, в принципе, можно сразу же, вот ту, которая указывает мертвый. Отомчик! А там труп. Отомчик! Так, труп валяется в коридоре. Отомчик, походу, тоже где. А кто его убил-то? А вот это нехорошо! Кто в этом в люке-то прятаться так любит, а? Это девочка с картинки, мне так нравится на волосах ее резинки. Только не делите нас на половинки. Я люблю ее, она любит вечеринки. Это Хрейд. Голосуйте за него. Да вы что, с ума что ли сошли там? За что? А потому что тебе не стыдно, возле тебя твоя девушка Ксюха стоит, а ты поешь песенки про какие-то девочки с картинки. Ксюха, я бы на твоем месте, если бы я с Хрейдом встречался, я бы его давным-давно уже бросил. Голосуйте за Хрейда, давайте! Ага, но если ты меня не любишь, то я тоже нет. Я вам честно говорю, я больше ролики ни с кем записывать не буду, потому что вы походу все здесь скокнулись, да, окончательно? После вчерашней серии выживания или чё? Поиски продолжаются. Хотел позвать Отомчика, но потом понял то, что Отомчика здесь нет. Так, мы там уже все обыскали. Там мы тоже обыскали, а вот здесь мы не смотрели. Задание выполняем, на рычаг тыкаем, и может здесь, кстати, что-то будет, а то... Мать моя женщина! Это еще что такое? А что я первый раз вижу то, что если наступить на эту плиту, то какая-то фигня в чате показывается. Ну, вроде углов в этой комнате очень много, и мне кажется, Отомчику бы здесь очень сильно полюбилось. Банан! А может у нас вот там что-то торчит? А если я ближе подойду и нажму, главное попасть... Опа! Девочка, вот этот серый, я хрыщ с картинки! И картошечка. Ну не. Ну я же только что спалил! Ну картошка, я же только... Собака сутуляка! Ах ты ж ядрёна картошка! А ты чё, квадратной головой здесь на книге тыкаешь? Вот, Отомчик, я нашел сюда, на меня смотри, вот там работать. Так, чё ты, вот это, картошка, думаешь, я тебя не победю даже тогда, когда я умер? У меня же есть новый способ, который, по мне, поможет сейчас спалить картофанку. Надо искать опять того, перед кем я смогу поставить... Здорово, Костечка. Опа, вот сюда. Убийца картофаночка. Все,
Сейчас как-то внимание Кости опять надо привлечь. Господи, я говорю, куда, что здесь можно нажать, чтобы Костя отреагировал на эту табличку, господи. Ты мой любитель искусства, честное слово, он каждой серии на картины вот это любуется. Ну ты-то направо хотя бы посмотри, Костя! Он что, меня услышал, что ли, с того света? Убийца картов, Валечка. Картошка, иди, дебил, нажимай на кнопку, а не картина, молись быстро! Хоть там осталось как бы выполнить последнее задание, но все же! Братья мои, я знаю, кто это, я на 100% уверен. Это картофаночка, святые картины помогли мне опять, я вам отвечаю, вот клянусь своим здоровьем, брат. Это картофаночка, Мия, брат, поверь, сестра Ксюха, поверь, брат Хамочка, поверь, брат картофаночка, поверь мне, пожалуйста. Костя, ты дебил, я понимаю, праздник 1 января, все дела, но Пепси на тебя очень плохо влияет. Какие картины, Костя? Хорошие такие вот красивые картины помогли мне понять, что это ты. Это ты. Да. Вот там чик, Костянчик, хорошо сработано, братья. Если бы не наши совместные усилия втроем, то картофаночка с этим пацаном из картинки, они бы выиграли тогда 100%. Это твоих рук дело, да? Это ты сделал? Чё я сделал? Ты меня вообще убила, картошка. Тебе не стыдно? Мне? Нет. Я сейчас пойду писать Чпунику, он не вернёт твоё очко больше. Можешь попрощаться с ним. Шанс получения очка уменьшен на 10%?! Так это же часть карты! Не я же туда эти кнопки поставил! Если они там стоят, значит они для чего-то там стоят! А я-то тут при чём, картошка? А кнопки-то тут при чем? Это ты поставил перед Костей табличку, не карта же. А, ты про это? А, ну да, табличку я поставил. В смысле, табличка сама появилась, Костя, это не я ее ставил! Так это все время был ты? Это был ты? Ты картина? Ну знаешь, на такой случай у меня есть одна песенка. Если вдруг меня не станет, бейб... Эй, так, наверное, будет даже легче. Теперь можешь тратить мой день. Расскажи, какой я был крутой детям.